Лос-Анджелес, 1984 год, 1:52 ночи. Какого черта? Что за напасть? Какого черта? Что же это? Эй, теперь моя очередь. Моя. Да ладно тебе. А с этим что случилось? Погодка как раз для прогулки. Погодка как раз для прогулки. Завтра банный день. Закончились чистые вещи, да? Похоже, этот парень хочет отведать пивка. Ваша одежда. Отдайте ее мне немедленно. Да пошел ты, идиот. Производитель. Кадры с камеры наблюдения в участке Хайленд. 84-й год. Вы были там. Даже модель. А эти мы получили сегодня. Позвольте мне повидаться с сыном. Он в большой опасности. Новое задание. Раньше его целью было уничтожение будущего. Я знаю, как тяжело убить эту сволочь. Сегодня он должен... Пригнись! Защитить его. Мама! Идите со мной, если хотите жить. Ты и вправду существуешь? Он служит ребенку. Кто тебя послал? Ты сам. Через 35 лет. Он такой же терминатор, как и ты? Не совсем. Он самое смертельное оружие на Земле. Его можно уничтожить? Нет информации. В этот раз их двое. Терминатор 2. Нельзя просто так убивать людей. Почему? Если считаете, что уже видели все. Подумайте еще раз. Не высовывайся! Уходите, сейчас же! Мы должны держаться вместе! Арнольд Шварценеггер. В фильме «Терминатор 2. Судный день». Он вернулся, и враги об этом пожалеют. Уж поверьте.
The life you know. All the stuff you take for granted. It's not gonna last. Imagine a world of permanent darkness. Where machines control man's destiny. Imagine you were the only one who could stop it. But before you do, something terrible has to happen. All military systems have been infected. This can't be happening. John Connor was here. Where is he? Are you going to kill me? No. My mission is to protect you. Oh, God. She's coming. TX, can't you find a way to destroy her? Unlikely. I'm an obsolete design. TX has corrupted my system. The machines, they're starting to take over. Judgment Day. The end of the world is today, 3 hours from now. Get away from me! Now! What is your mission? To ensure the survival of John Connor. You are about to fail that mission! You don't have to do this. You don't want to do this! Desire is irrelevant. I am a machine. Мы с тобой начали эту войну еще до своего рождения. Я знал, что так будет. Я думал, что знаю своего врага. Но я не знаю, сможем ли мы победить в войне. Машин больше, чем нас. Давай, давай, давай! Каждый из нас уже и так много потерял. Но это не то будущее, о котором мне говорила мама. Кто ты? Джон Коннор! Что-то изменилось. Эти твари зря время не теряли. Если ты спас нас однажды в том, другом будущем, значит, сможешь спасти и в этом. Ты пытался убить мою мать. Ты убил моего отца. Если мы пойдем до конца, то погибнут все! Погибнут все! Нет, ты не убьешь меня. Закончится сегодня. Джон, ти це зможеш. Просто йди і не дивися назад. Все життя я готувала сина повести людство у бій проти машин. Сьогодні ми оголошуємо війну! Але є таке, до чого не підготуєш. Машини хотіли нас обіграти. Відправили термінатора у минуле. Убити мою матір! Дозволь мені. Я її врятую. Знаєш мене? Ми чекали тебе більше 10 років. Ми? Термінатор?
Радий знайомству. Я вчила його поводитись як люди. Не дуже виходить. Всього літа. Джон? Це я, мама. Як ти тут опинився? Що вони зробили з моїм сином? Ти вчила мене виживати? Ну, де ж він? Забирайся. Я не людина. І не машина. Є щось більше. Ні! Я лишуся з ним. Треба виправити те, що вони зробили з Джоном. Усе змінилося. Ми остання надія людства. Заряджай. Я чекав на тебе. Термінатор Генезис. Він на хвості у мене! Я повернуся. Що? Першого дня у кіно. Ще два дні назад. Моя жизнь была простой и спокойной. Но теперь она стала кошмаром. Меня зовут Сара Коннор. Я никогда не видела таких, как ты. Ты почти как человек. Я и есть человек. Почему тебя волнует, что с ней будет? Потому что я была ею. Как же нам победить? Мы победим, сохранив тебе жизнь.